Вы можете подумать, что вы совсем не важны в этом мире. Но кто-то пьет каждое утро кофе из любимой чашки, которую вы ему подарили. Кто-то услышал песню по радио, которая напомнила ему о вас. Кто-то прочитал книгу, которую вы рекомендовали, и с головой погрузился в нее. Кто-то вспомнил вашу шутку и улыбнулся, возвращаясь вечером с работы. Кто-то сейчас любит себя немного больше, потому что вы сделали ему приятный комплимент. Никогда не думайте, что вы ни на что не влияете. Ваш след, который вы оставляете за собой, даже небольшими поступками доброты, невозможно стереть.